Всем привет! Я буду делать карпаччо с курицей. Я взяла кусочек карпаччо на пробу. Вот, пришел малышок. Вот. Взяла кусочек карпаччо и просто его в соль. И а чуть-чуть... можно его тоже в соль? Не надо, Рин. Вот, пожалуйста. И, короче, его чуть-чуть засыпаем и оставляем на сутки. Оно сейчас мягкое. Оно, кстати, оно постояло буквально 5 минут, и оно уже... Подожди! Воду, что ли, дало? Вот. Сейчас, Рит. Так, ну вот, наступил следующий день, и наш кусочек курицы был в соли сутки. Вот, стал тугой. Вот, уже. Вот, видно, да, какой тугой. И сейчас нам надо промыть эту соль. Обязательно. Делаю кусочек, я просто пока экспериментирую. Если у меня все правильно получится, то буду делать еще. Тугой стал, хороший, как и положено. Сейчас буду промывать. Так, прошло 3 часа. Сейчас вымочилось наше мясо. Вот видите, пена. Не пена белая, это соль. Сейчас я солью воду, промою немножко его, этот кусочек, и буду высушивать. Кладем на салфетку и просушиваем. Я заранее уже подготовила приправы. Сейчас расскажу, какая есть какая. Вот еще получше промокнем. Вот какой-то кусочек, но нам не нужен. Вот. Ну и все. Так как я экспериментирую, вот такой кусочек у нас получился. Вот, все прекрасно. Ну вот это не страшно. Там уберем. Как бы это ерунда. Шкурки эти все. Так, здесь у меня из приправ. Красная паприка, хмели, сунели. Здесь чеснок и приправа для курицы. Здесь перец, и это тоже для курицы. Это все мы сейчас перемешаем. Разводить водой мы не будем, мы будем делать сухую. Есть разные, можно и водой. Но это тоже от приправы, нам такие камушки не нужны. Всех уберу. Вот. Делаем ровненько, чтобы вот равномерно все это промазать. Пропитываем, обмазываем. Прям хорошо так. Обильно. Еще кто-то добавляет чеснок, но все приправы, я так понимаю, все добавляют по вкусу. Вот, кстати, приправ вообще хорошо хватило, пахнет вкусно, вообще классно. Сейчас можно так сделать, лишнее, чтобы не... Вот такой получается кусочек. Вот такой интересный, красивый. Ну все, мы все убрали лишнее. Теперь нам надо проткнуть. Я взяла вот такую нитку и буду одевать на ниточку. Вот, кто-то говорит, что толстой стороной к низу вешать, кто-то наоборот. Я хочу повешать все-таки тонко кверху. Вот. Буду делать отверстие. Делается максимально легко, естественно. И теперь, я думаю, надеюсь, что также максимально легко оно проденется. Ну, конечно, все легко и просто. Вот. Получается, делаем веревочку. Ой. Делаем веревочку. Завязываем. Даже можно вот так. И вот так. Чуть-чуть осыпается, но это не беда. Дальше я буду, так как все равно окна открываем, пыль какая-то летит, я приготовила уже себе такую типа марлю. Я его обмотаю, этот кусочек. Сейчас так примерюсь. Ну, в два раза подойдет вот так сделать. Вот. И так я уже его подвешу и, наверное, в субботу либо... Ну, буду смотреть по твердости. Я покажу, какой будет результат, сколько дней. Каждый день надо проверять и, ну, с
сухое, не сухое мяско будет. Так что встретимся через 4 дня, где-то примерно. Привет, мне прошло несколько дней. 3 дня прошло. Такому тоненькому кусочку хватило, вот оно какое стало. И вот я его отрезала, смотрите, какое оно. Оно выглядит, ну, супер. Я его попробовала. Срезала вот кусочек, вот такой получается. Что у меня тут на пальце? В общем, вот такой вот получается. Ну, прямо вот так. Очень вкусно. Чуть-чуть солоновато, но прям чуть-чуть. Например, к пиву это будет нормально. Просто кушать тоже, то есть не критично. Вот, но что еще хотела сказать. Перед тем, как его кушать, вот эту часть, вот эту всю приправу лучше, конечно, счистить. Большую часть вот такой он получается. Потемнел, это больше похоже на бастурму, да, наверное. Вот, ну, оно получилось очень вкусное, правда.